Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале «Английский язык на практике». Уроки английского языка по уровням. Мы с вами продолжаем наш наиважнейший плейлист «Английский язык до полного автоматизма» с самого нуля до высшего уровня. И для вашего удобства все видео, как видите, загружаем в данный плейлист, который так и называется. Значит, друзья мои, вкратце отвечу на ваши комментарии, затем перейдем к основной части. Итак, спасибо вам большое за уроки. У меня все получается. Друзья мои, действительно, уроки продуманы, но, конечно, в первую очередь, это также ваша работа, ваш результат. На самом деле, прекрасно, когда вы видите, когда вы не просто прослушали урок, а сделали много-много упражнений, у вас все получилось, вы можете идти дальше, это замечательно. Значит, добрый день. Какой уровень английского предполагается в конце данного курса? Друзья мои, ну, как уже было сказано, видите, с самого нуля до высшего уровня. У нас с вами запланирована грамматика, соответственно, и разговорный, курс разговорного английского в рамках каждого уровня. Значит, сами, соответственно, уровни, количество видео мы с вами не будем затягивать. То есть, я думаю, в разумном количестве столько, сколько нужно, чтобы овладеть данным уровнем до полного автоматизма. И, конечно, очень приятно, когда вы также оставляете комментарии на английском языке и используя также лексику, которую мы с вами разбирали. Видите, здесь. I like this method. Мне нравится данный метод. Thank you very much. Thank you very much. Здесь much имеется в виду слово. Значит, спасибо большое. Действительно, друзья мои, как сказать спасибо? Как кого-то отблагодарить? Давайте вкратце это изучим и перейдем к основной части. Итак, значит, помните, мы с вами как раз разбирали в уроке. Я хочу, значит, поблагодарить тебя. Значит, мы говорили, я хочу, это I want. Значит, у нас второй глагол, значит, нужно поставить to. Получается, I want to thank you. I want to thank you. Мы с вами разбирали. Но, на самом деле, часто мы просто говорим спасибо. Вот как сказать спасибо, спасибо тебе, принято говорить, соответственно. Thank you, thank you, спасибо, спасибо тебе, thank you. Или также thanks, thanks. И так часто говорят. Thank you, thanks. И также можно сказать спасибо большое. Чтобы усилить, вы можете сказать не просто thank you, а thank you very much. Very much. Мы с вами проходили, что very это очень, much сильно. То есть дословно спасибо очень сильно. То есть очень сильное спасибо. А так мы переводим «спасибо большое». Или также можно сказать «thanks a lot». «Thanks a lot». «Спасибо большое». Вот «a lot» означает то же самое, что «much». «Много». То есть «спасибо», «много», «спасибо». «Thanks a lot». Если вы хотите выразить очень сильную благодарность, вы можете, в принципе, сказать по-другому. Еще есть такое интересное выражение. Называется «thanks a million». Thanks a million. Значит, thanks, спасибо, million, миллион. То есть, дословно, миллион раз спасибо. Thanks a million. Thanks a million. Значит, мы с вами как раз в следующем уроке запланированно будем изучать, что есть единственное число перед существительным, то мы с вами в общем случае ставим артикль. Мы с вами про эти артикли скоро будем разговаривать. Пока просто запомните эти фразы. Thanks a million. То есть миллион раз спасибо, это вы действительно выражаете свою огромную благодарность. Давайте с вами еще раз повторим. I want to thank you. Thank you. Thanks. Thank you very much. Thanks a lot. Thanks a million. Итак, друзья мои, отлично, мы с вами переходим непосредственно к самой контрольной работе, к практике на основе нашего плейлиста теории и практики, и на основе также первого урока. Материал накладывается, поэтому рекомендую вам смотреть именно последовательно, прорабатывать и также включать как фон. Итак, переводим. Я хочу знать английский намного лучше. Я хочу. I want. Знать, to know, английский,
English намного лучше, намного much лучше better. I want to know English much better. Видите, здесь уже более сложное предложение, но на основе того, что мы с вами проходили, вы можете использовать рекомендации, которые были даны, или, может, у вас какие-то есть свои секретные фишки, которым вы тоже можете поделиться. Думаю, это всем будет интересно, как это запомнить и еще показать более высокий результат. Так, I want to know English much better. Мы действительно хотим говорить по-английски без ошибок. Мы действительно. We really хотим. Want говорить по-английски. To speak English без ошибок. Без. Without ошибок. Mistakes. We really want to speak English without mistakes. Я хочу посмотреть твой плейлист. Я хочу. I want посмотреть to watch твой плейлист. Твой. Your playlist. Playlist. I want to watch your playlist. Я хочу прочесть эту книгу сейчас. Я хочу почитать эту книгу сейчас. Я хочу. I want почитать. To read эту книгу. This book сейчас. Now. I want to read this book now. Мы хотим поблагодарить тебя. Мы хотим. We want поблагодарить. To thank тебя. You. We want to thank you. Мы хотим знать английский намного лучше. Мы хотим. We want знать. To know английский, English, намного лучше, much better. We want to know English much better. Я вижу, ты хочешь выучить английский. Я вижу. I see. Ты хочешь. You want. Выучить. To learn. Английский. English. I see. You want to learn English. Мы действительно хотим поблагодарить тебя. Мы действительно. We really хотим want поблагодарить to thank тебя you.
We really want to thank you. Я действительно хочу выучить английский. Я действительно хочу. Я действительно. I really хочу. Want выучить to learn английский English. I really want to learn English. Они хотят знать английский. Они хотят. They want знать английский. Знать. To know английский. English. They want to know English. Вторым. I want to know English much better. We really want to speak English without mistakes. I want to watch your playlist. I want to read this book now. We want to thank you. We want to know English much better. I see. You want to learn English. We really want to thank you. I really want to learn English. They want to know English. Мы хотим путешествовать. Мы хотим. We want путешествовать. To travel. We want to travel. Я хочу знать английский. Я хочу. I want знать английский. Знать. To know английский. English. I want to know English. Они хотят выучить английский. Они хотят. They want выучить английский. To learn английский English. They want to learn English. Я хочу знать английский очень хорошо. Я хочу. I want знать to know английский English очень хорошо. Очень. Very хорошо. Well. I want to know English very well. Мы хотим говорить по-английски без ошибок. Мы хотим. We want говорить to speak по-английски English без ошибок. Без. Without ошибок. Mistakes. We want to speak English without mistakes. Они хотят путешествовать. Они хотят. They want
Путешествовать. To travel. They want to travel. Я вижу, ты хочешь путешествовать. Я вижу. I see. Ты хочешь. You want. Путешествовать. To travel. I see you want to travel. Я хочу говорить по-английски очень хорошо. Я хочу. I want. Говорить по-английски. Говорить. To speak. По-английски. English. Очень хорошо. Очень. Very. Хорошо. Well. I want to speak English very well. Мы хотим выучить английский. Мы хотим. We want. Выучить. To learn. Английский. English. We want to learn English. Я действительно хочу поблагодарить тебя. Я действительно. I really хочу want поблагодарить to thank тебя you. I really want to thank you. We want to travel. I want to know English. They want to learn English. I want to know English very well. We want to speak English without mistakes. They want to travel. I see you want to travel. I want to speak English very well. We want to learn English. I really want to thank you. Я хочу посмотреть это видео. Я хочу. I want посмотреть. To watch это видео. Это this видео. Видео. I want to watch this video. Я хочу сделать это. Я хочу. I want сделать to do это it. I want to do it. Мы хотим знать английский лучше. Мы хотим. We want знать to know английский English лучше better. We want to know English better. Я хочу пойти в школу. Я хочу. I want пойти to go в школу to school. I want
To go to school. Ты хочешь сделать это? Ты хочешь? You want сделать это? To do it. You want to do it. Я хочу думать так. Я хочу. I want думать. To think. Так. So. I want to think so. Мы хотим говорить по-английски без ошибок. Мы хотим. We want. Говорить. To speak. По-английски. English. Без ошибок. Без. Without. Ошибок. Mistakes. We want to speak English without mistakes. Я хочу посмотреть эти видео. Я хочу. I want посмотреть to watch эти these video videos. I want to watch these videos. Я действительно хочу говорить по-английски лучше. Я действительно. I really хочу want говорить по-английски. Говорить. To speak по-английски. English лучше. Better. I really want to speak English better. Я хочу очень хорошо делать это. Я хочу. I want делать это. To do it. Очень хорошо. Очень. Very. Хорошо. Well. I want to do it very well. I want to watch this video. I want to do it. We want to know English better. I want to go to school. You want to do it. I want to think so. We want to speak English without mistakes. I want to watch these videos. I really want to speak English better. I want to do it very well. Я хочу путешествовать. Я хочу. I want путешествовать. To travel. I want to travel. Далее мы скажем просто «Я изучаю английский». То есть вообще «Я изучаю английский». I learn English. I learn English. По умолчанию используем слово learn. I learn English. Я хочу смотреть этот канал.
Я хочу. I want. Смотреть. To watch. Этот канал. Этот. This. Канал. Channel. I want to watch this channel. Я хочу пойти на работу. Я хочу. I want пойти to go на работу. To work. I want to go to work. Я действительно хочу говорить по-английски намного лучше. Я действительно. I really хочу want говорить to speak по-английски English намного лучше, намного much лучше better. I really want to speak English much better. Я хочу сделать это сейчас. Я хочу. I want сделать это. To do it. Сейчас. Now. I want to do it now. Я хочу понять этот урок. Я хочу. I want понять to understand этот урок, этот this урок, вспоминаем, lesson. I want to understand this lesson. Я хочу посмотреть это видео сейчас. Я хочу. I want посмотреть to watch это видео. Это this видео. Видео сейчас. Now. I want to watch this video now. Мы действительно хотим выучить английский. Мы действительно. We really хотим want выучить to learn английский English. We really want to learn English. Я хочу посмотреть твои видео. Я хочу. I want посмотреть to watch твои видео. Твои. Your video videos. I want to watch your videos. I want to travel. I learn English. I want to watch this channel. I want to go to work. I really want to speak English much better. I want to do it now. I want to understand this lesson. I want to watch this video now. We really want to
to learn English. I want to watch your videos. Я хочу посмотреть эти фильмы. Я хочу. I want посмотреть to watch эти фильмы. Эти. These фильмы. Movies. I want to watch these movies. Я действительно хочу говорить по-английски правильно. Я действительно. I really хочу want говорить to speak по-английски English правильно. Вспоминаем. То есть корректно. Correctly. I really want to speak English correctly. Я хочу понимать тебя. Я хочу. I want понимать to understand тебя. You. I want to understand you. Я хочу говорить по-английски без ошибок. Я хочу. I want говорить to speak по-английски English без ошибок, без without ошибок mistakes. I want to speak English without mistakes. Я хочу жить в России. Я хочу. I want жить to live в России. In Russia. I want to live in Russia. Я хочу говорить по-английски правильно. Я хочу. I want говорить по-английски to speak English правильно, то есть корректно. Correctly. I want to speak English correctly. Я хочу понять эти уроки. Я хочу. I want понять to understand эти уроки. Эти, these, уроки, lessons. I want to understand these lessons. Я хочу увидеть это. Я хочу. I want увидеть это. Увидеть, to see, это. It. I want to see it. Я хочу учиться очень усердно. Я хочу. I want учиться to study очень усердно. Очень very усердно. Hard. I want to study very hard. Я хочу выучить английский. Я хочу. I want
выучить, to learn, английский, English. I want to learn English. I want to watch these movies. I really want to speak English correctly. I want to understand you. I want to speak English without mistakes. I want to live in Russia. I want to speak English correctly. I want to understand these lessons. I want to see it. I want to study very hard. I want to learn English. Я хочу знать английский лучше. Я хочу. I want. Знать английский. Знать. To know. Английский. English. Лучше. Better. I want to know English better. Я знаю, они хотят путешествовать. Я знаю. I know. Они хотят. Они. They. Хотят. Want. Путешествовать. To travel. I know they want to travel. Они хотят сделать это. Они хотят. They want. Сделать. To do. Это. It. They want to do it. Я хочу смотреть твой канал. Я хочу. I want. Смотреть. To watch. Твой. Your. Канал. Channel. I want to watch your channel. Я хочу понять это. Я хочу. I want. Понять. To understand. Это it. I want to understand it. Я хочу смотреть этот плейлист. Я хочу. I want. Смотреть. To watch. Этот плейлист. Этот. This. Плейлист. Playlist. I want to watch this playlist. Я хочу помочь тебе. Я хочу. I want. Помочь тебе. Помочь. To help. Тебе. You. I want to help you. Я хочу посмотреть этот фильм. Я хочу. I want посмотреть. To watch. Этот фильм. Этот. This. Фильм. Movie. I want to watch this movie. Я хочу поблагодарить тебя. Я хочу. I want. Поблагодарить. To thank. Тебя. You.
I want to thank you. Я хочу посмотреть это видео сейчас. Я хочу. I want посмотреть to watch это видео this видео сейчас now. I want to watch this video now. Я знаю, ты помогаешь мне. Я знаю. I know. Ты, you, помогаешь мне. Help me. I want to watch this video now. I know. You help me. I want to know English better. I know. They want to travel. They want to do it. I want to watch your channel. I want to understand it. I want to watch this playlist. I want to help you. I want to watch this movie. I want to thank you. I want to watch this video now. I know. You help me. Далее еще несколько предложений. Я хочу говорить по-английски. Я хочу. I want говорить to speak по-английски English. I want to speak English. Я хочу прочесть эти книги. Я хочу. I want прочесть to read эти книги. Эти these книги books. I want to read these books. Мы хотим сделать это. Мы хотим. We want сделать to do это it. We want to do it. Я хочу увидеть это сейчас. Я хочу. I want увидеть это, увидеть, to see, это, it, сейчас, now. I want to see it now. I want to speak English. I want to read these books. We want to do it. I want to see it now. Итак, друзья мои, отлично. Видите, мы с вами уже строим, точнее, вы строите уже более сложные предложения, что, может быть, еще, соответственно, урок назад казалось фантастикой или около этого. Видите, здесь много интересных слов, фраз, выражений. Вы все это делаете. Возможно, может быть, не сразу, пока еще не на автомате. Но, друзья мои, удобство видеоуроков в том, что вы можете их просматривать неоднократно, делать паузы и даже включать наш плейлист как фон. Мы с вами двигаемся дальше. Thank you.